Владимир Михайлуса, я председатель криминографического общества. Мы существуем с 2007 года. 28 декабря 2007 года образовалось криминографическое общество Санкт-Петербурга. Каждый год в конце декабря мы празднуем это событие. Вот уже больше, почти, считаю, 15 лет мы существуем и плодотворно работаем. У нас проходит от одной до двух выставок совместных в год. И делаем мы эти выставки с большим энтузиазмом, как и положено люминографу. Сегодня на ваш суд представлена выставка «Homo Luminus». Несколько замысловатое название, но оно очень верно отражает суть этой экспозиции. На смену «Homo»...